Come. Come. В Южноафриканской республике живет человек, которого называют заговаривателем львов. 34-летний Кевин Ричардсон является владельцем частного заповедника, в котором живут 38 львов. Уже 11 лет Кевин изучает поведение этих животных. За это время ему удалось сблизиться со своими питомцами. Львы принимают Кевина и даже позволяют ему играть со своими малышами. В ответ на критические замечания о том, что он вмешивается в природу, Ричардсон заявляет, что лишь пытается улучшить качество жизни животных в неволе. Кевин хорошо осознает, что в любой момент может стать жертвой своих любимцев. Однако эта мысль его мало волнует. It's not something I think about or worry about. And if I had the opportunity to come back after dying, I would do it all the same.